Украинский студент, совершивший в Великобритании убийство мусульманина, сегодня был приговорен к пожизненному заключению. 25-летний Павло Лапшин признал себя виновным в том, что в апреле этого года он зарезал 82-летнего Мохаммеда Салима. Затем летом Лапшин подложил бомбы в 3 мечети. В результате взрывов никто не пострадал. После того, как подсудимый признал свою вину, суду потребовалось всего 4 дня, чтобы вынести приговор. Суровость приговора объясняется тем, что, найдя в Англии аспирантуру, Лапшин приехал туда уже с намерением совершать теракты и убийства. В случае полного раскаяния у преступника остается надежда на освобождение через 40 лет. Родственники убитого приветствовали вынесение приговора, но подчеркнули, что даже справедливое наказание не вернет им мужа и отца семейства.